того, насколько же люди, которые строили эту хату, строили дешево, криво, косо, не так, как по технологии, абсолютно странно, абстрактно, и хата построена не с точки зрения, как правильно и просто чтобы стояла, а с точки зрения, как правильно сделать так, чтобы она простояла дольше, прослужила дольше, была построена с теориями физики, химии и биологии. Как же это все устроено? У меня в башке не укладывается, насколько люди, которые строили именно потолок со стенами, гениальные. Это было построено настолько гениально, что у меня башка взрывается. Я не могу до сих пор понять, как это построено, но я понимаю прекрасно, как это построено. Понимаете? У меня сердце схватывает. Строили настолько интеллектуально, не по технологии и странно, что мне кажется, что люди гении. Все, просто люди гении. Поэтому она так долго и выстояла. Я много хат видел саманных, очень много, я лазил в них. Вот это все. Но вот эта хата, в которой я как раз таки живу, она единственная хата, в которой построены потолки и стены именно так, с точки зрения физики и химии. Это просто трэш. Мне больше нечего сказать. В следующем ролике буду все объяснять. Ролик будет, наверное, 20-минутный, потому что там объяснять... Да.